Дома для нуждающихся в жилье дарят волонтеры Жамбылского региона. За 2 года они обеспечили крышу над головой 26 многодетных семей. И также на постоянной основе помогают продуктами, одеждой, школьными принадлежностями. Средства собирают через благотворительный фонд. Об этом расскажет Анастасия Сулейманова. Просторный, светлый и уютный. Иметь такой дом семья Айгерим Жейнбаевой мечтала давно. Еще 5 лет назад у них было все. Но из-за внезапной болезни одной из дочерей имущество пришлось продать. Все средства пошли на лечение девочки. И многодетная семья вынуждена кочевала по съемным квартирам. Обрести собственную крышу над головой помогли волонтеры благотворительного фонда «Асаруме». За год мы сменили примерно 5 квартир, а вместе с ними приходилось менять и школы. В месяц на это тратили примерно 70 тысяч тенге. Найти нам жилье как многодетной семье было нелегко, так как не каждый пускал с 6 детьми. Сейчас у каждого ребенка своя комната. В доме есть все условия для проживания. Волонтеры помогают не только обрести крышу над головой, стараются социализировать членов семьи, трудоустраивая родителей. Решают и другие актуальные семейные вопросы. Чаще всего помогаем с оформлением инвалидности. Помимо этого мы помогаем с образованием, с обучением. В прошлом году у нас стартовал большой проект «Кинджирик Мамбала». Участвовали дети именно с малообеспеченных семей и со всего Казахстана. В общем, 14 детей у нас прошли обучение по различным профессиям. В прошлом году бесплатные дома от благотворительного фонда получили 15 нуждающихся семей. В этом жильем обеспечили уже 11. Средняя стоимость дома – 10 миллионов тенге. Средства на покупку помогают собрать неравнодушные жители, спонсоры и меценаты. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Бапаев, Эльдар Байдельда, Тарас Хабар.